Привет всем, это Вячеслав, канал Акибай. Сегодня к нам приехала такая машинка. Это Porsche Cayenne 2016 года выпуска европейской сборки без системы бесключевого доступа. Машинка идет вот такой вот чип-ключ зажигания в форме машинки на три кнопки. Закрыть, открыть и багажник. Это ключ хозяйский, он запрограммирован в машину. Он машину дистанционно закрывает и открывает. Ключ, сказал бы, ненадежный, потому что сама по себе машинка она быстро изнашивается, изнашиваются кнопки. Это видно второй ключ, это как он еще в более-менее хорошем состоянии. А так со временем они приходят в негодность ключи. Эта машина оборудована системой сигнализации. Если мы вставляем ключ в замок зажигания и пробуем завести, машина как бы заводится, а потом глохнет. Владелец Porsche Cayenne приехал к нам для того, чтобы мы изготовили дубликат ключа зажигания. Мы запрограммировали в машину вот этот чип-ключ. Он, как и хозяйский, машину дистанционно закрывает. Открывает. Ну, если мы сейчас ставим ключ в замок зажигания, то машина не заведется. Она, видите, будет маслать, но не заведется. То есть нужно ввести специальную комбинацию. Сейчас мы ее введем. И заводим. Вот машина завелась. Теперь у владельца Porsche Cayenne 2016 года выпуска есть два чип-ключа зажигания, оба полноценных, как нужно. Если у вас возникли проблемы с ключами зажигания на Porsche Cayenne, либо на другую модель Porsche, требуется изготовить дубликат ключа зажигания, отремонтировать ваш хозяйский ключ, поменять корпус, либо вы потеряли все чип-ключи зажигания, то можете обращаться в компанию Akibai, мы вам поможем.